Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Народный артист России Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в московскую больницу. Об этом сообщает телеграм-канал МЭШ. 67-летнего народного артиста России доставили в больницу еще 2 октября. У него была диагностирована коронавирусная инфекция с поражением легких на 25-50%. Отмечается также, что болезнь развивается на фоне хронических проблем с сердцем. В настоящее время Гаркалин находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как тяжелое. В то же время дочь актера рассказала каналу «Звезда», что у ее отца болезнь протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал себе ранее. «Чувствует себя неплохо», — отметила женщина. Валерий Гаркалин известен отечественной публике по ролям в театре и кино. Он снялся в таких фильмах, как «Ширли Мерли», «Ландыш серебристый», а также в сериалах «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в королеве» и других. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.